Девушки, красавицы, я рада вас приветствовать на нашей с вами традиционной встрече, посвященной самым важным, самым лучшим, самым изумительным нам с вами. Мы запускаем Российско-Белорусский молодежный форум «Общее дело нового поколения». Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. Сегодня будет очень много сюрпризов, и я хочу подарить вам первый из них. Вокальный коллектив «Ньютон». Душевная и замечательная песня. Приветствуем! Множество войн, самых сильных теряя. Ты своей шла дорогой, ни с чем не сравнимой. Потому что характер, ты одна, потому что такая. Необъятные просторы и земли богаты. Век за веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — это люди, Россия. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя и моя. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Когда объединяются две страны, создается великий, изумительный альянс. Давайте поприветствуем руководителя женского альянса Калинину Елену Ивановну. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги и те, кто сегодня впервые присоединился к нашей конференции, и те, кто вчера принимали участие в нашем пленарном заседании. Очень важны встречи, встречи, во время которых мы можем говорить о том, что мы сделали, что мы бы хотели сделать, во имя какой цели, во имя какого будущего.
Поэтому простите, пожалуйста, это я плохо поступила. У нас ирано-иракская делегация, к сожалению, купила билеты на 27-е, а виза закончилась сегодня. Поэтому я сегодня... Да, поэтому я сегодня с самого утра пытаюсь решить эту задачу. Восток – дело тонкое. Да. С Белоруссией очень приятно, очень интересно работать, очень конструктивно, очень душевно. Как-то так получилось, что в течение последних нескольких, 4, наверное, лет, вот мы все ближе и ближе становимся. Ну, мы никогда не были отдалены, но именно через проекты, через общие цели, через встречи, которые проводит Белорусский союз женщин, Санкт-Петербургское отделение Союза женщин, Женский альянс, в котором также принимают участие и представители других регионов России. Вот сегодняшний форум проводится и подготовлен был молодежным крылом Женского альянса, руководитель которого находится сейчас во Вьетнаме. Вот мир-то стал таким близким друг к другу и таким далеким. Близким, потому что очень легко соединиться. Мы сейчас предоставим слово Еве, она нам из Вьетнама скажет свое видение темы, проблемы. И далеким, потому что, как оказалось, он очень хрупким. И, как оказалось, очень много позиций, которые разделяют, где очень тяжело порой договориться. Договориться во имя будущего. Это должна быть высшая дипломатия, которой должны обладать молодые люди. Поэтому давайте говорить, давайте договариваться, давайте думать о будущем. Ну и поделюсь такой моей амбициозной программой, новой, над которой приглашаю и вас подумать. Очень бы хотелось предложить проект для союзного государства от имени Женского альянса, который бы объединил интересы различных социальных, профессиональных, возрастных групп женщин, ну, не только женщин, наверное, и мужчин мы никакой дискриминации не допускаем в своей деятельности. Поэтому любые проекты, темы, которые сегодня прозвучат, они могут быть учтены в нашей работе, формировании программы. С нашей стороны над программой будет работать очень серьезный, очень квалифицированный, опытный человек Екатерина Дмитриевна Белякова, которая сегодня будет модератором этого мероприятия. Екатерина Дмитриевна была заместителем руководителя комитета по внешним связям Петербургской администрации, торговым представителем России в Польше, затем торговым представителем России в Словакии. Екатерина Дмитриевна готовила первый проект, который был завершен в мае месяце. И сегодня мы как-то уже встречаемся без проекта, но с нашим большим желанием продолжать сотрудничество. Поэтому успешной нам всем работы, хорошего настроения и завершения конференции, вашего пребывания в Петербурге с новым желанием встретиться для того, чтобы вместе действовать. Большое спасибо. На связи с нами другая страна. Как уже рассказали, это Вьетнам. Ну что ж, поприветствуем нашу дорогую Еву. Привет, девушки. Я надеюсь, меня слышно? Да, слышно. Я безумно рада вас видеть, когда я слышала эту песню, которую вы пели. И потом хлопали все вместе. Это было просто волшебно. Я правда слез рада всех вас видеть, и что наша идея, наш проект стал реальностью, даже несмотря на то, что я физически сейчас не могу находиться вместе с вами в Санкт-Петербурге, в одном из лучших городов, красивейших городов для того, чтобы встретиться.
Я сердечно приветствую нашу белорусскую делегацию, и я хочу поделиться тем, что мне очень приятно, что у вас очень много материала, очень много идей, и вы так сильно старались и так были готовы к нашему мероприятию. Я благодарю наших девушек, которые в очень короткие сроки подготовили свои презентации для питч-сессии и для нашего слэма молодежных инициатив. Я вас всех обнимаю, очень люблю. Сейчас сама развиваю свой проект по наставничеству. У меня будет бизнес-проект, в котором можно будет принять участие отдельно, если вам интересно развитие, такое позитивное, счастливое жизнь. Вы можете потом меня найти в интернете и связаться по поводу этого. Я рада, что вы все здесь. Я желаю вам успехов. Надеюсь, что каждый сегодня получит новый контакт, получит новую подругу и какой-то позитивный результат сегодня будет. Главное, не сколько мы выступаем, не сколько слайдов нашей презентации или звучит у нас музыка на фоне или нет, а главное, что мы с вами прекрасные, мы уже офигенные, здоровские, такие, какие есть. И я вас всех обнимаю, я до слез всех вас рада видеть, я смотрю на трансляции, у меня мурашки по коже, я вас обнимаю, желаю хорошего форума. Наши две страны. Когда вы попадаете в Беларусь, это бескрайние просторы, огромные ухоженные поля, изумительные, замечательные люди и потрясающая комфортная обстановка. Сегодня с нами председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин», и мы передаем приветственное слово Шепелевской Ольге Александровне. Спасибо большое. Спасибо за теплые слова о нашей стране. Она действительно такая, и даже еще лучше. Елена Ивановна, позвольте поблагодарить вас прежде всего за прекрасную организацию конференции, за то, что у нас есть такая возможность, за вот уже ставший традиционным, как сказали девочки, российско-белорусский молодежный форум. Раз молодежь сказала, значит, наверное, так тому и быть. Вот Елена Ивановна очень правильно сказала, что самое главное в нашей жизни – говорить и договариваться. Вчера Минск стал площадкой для говорения и договорения великих мужей. Да? Вы знаете, что вчера в Минске проходил саммит ОДКБ, главы государств, членов ОДКБ, в том числе и Владимир Владимирович Путин, присутствовали в Минске. Очень надеюсь, знаю, что подписано очень много документов, очень надеюсь, что они договорились. А на территории Петербурга договариваются женщины. Женщины России и Беларуси. Мне кажется, вот это вот женское начало способно договориться, не хочу никого обидеть, даже гораздо быстрее и плотнее, нежели мужское. Потому что в любом случае, не знаю, как по статистике в Российской Федерации, в Беларуси 54% населения – это женщины. И, конечно, представлены они абсолютно во всех органах власти, во всех ветвях власти. И понятно, что ключевые решения все равно всегда будут принимать мужчины. Мы не претендуем на то, чтобы быть первыми, но мы претендуем на то, чтобы прикрывать тылы и делать решения наших мужчин абсолютно правильными. Очень хорошо, что такие встречи проходят не онлайн, а офлайн. Я, конечно, приветствую все вот эти вот истории, которые связаны с онлайн-общением. Это хорошо, что можно дозвониться в любую точку мира. Но вообще интернет – это не наша придумка и не наша история. Наша история – это глаза в глаза. Наша история – это когда мы видим друг друга, когда мы чувствуем друг друга, когда у нас есть возможность коммуницировать на уровне каких-то таких вот более тонких ощущений. Наш глава государства как-то сказал: «Два государства – одно отечество». Так вот, на самом деле, у нас с вами одно отечество, несмотря на то, что два независимых государства. И насколько наша молодежь впитает вот это чувство единого отечества, настолько успешно наше отечество будет развиваться дальше. Поэтому это очень здорово, что мы представляем сейчас молодежные проекты, очень здорово, что мы учим нашу молодежь взаимодействовать на любых уровнях. И я думаю, что то, что мы увидим сегодня, будет тоже достойно не просто внимания, но и дальнейшей реализации на площадках двух государств. Спасибо, всех приветствую еще раз.
Спасибо огромное. А самое важное – это знакомство. Ведь знать друг друга – это самое главное, что у нас с вами есть. Это нас и объединяет. Сейчас мы с вами очень оперативненько познакомимся. Как мы это будем делать? У нас будет передаваться микрофон. Каждый будет называть свое имя, фамилию. Кто хочет, может назвать отчество. Дальше вы расскажете, кто вы о себе кратенько, в какой сфере сейчас и чем бы хотели заниматься. И самое важное, чем вы можете быть полезны другим. И что вам хочется сегодня. Итак, сейчас мы выведем шпаргалку на экран. Не подумайте, мы вам всегда поможем. Итак, времечко у нас буквально 30 секунд. Будем смотреть и следить по времени. Пойдем сначала по внутреннему кругу, а потом по внешнему. Договорились? Поехали, пожалуйста. Здравствуйте, я Резник Лилия Геннадьевна, глава крестьянско-фермерского хозяйства. В какой сфере я бы хотела заниматься? Ну, конечно, в сфере сельского хозяйства. Тем более с Белоруссией надо дружить. Они чуть-чуть вперед выходят нас. Чем я хочу полезна? Ой, могу быть полезна? Я думаю, что это все-таки достигнуть того, чтобы в садике и школы мы, фермеры, обеспечивали молочной продукцией и мясом натуральным. Не как сейчас бывает иногда. И что мне хочется сегодня? Конечно, хочется сегодня договориться с Белоруссией, чтобы съездить к ним в гости, ну и с вами со всеми пообщаться и познакомиться. Спасибо. Здравствуйте, я Надежда Никонорова. Я являюсь работником администрации района. В какой сфере вы сейчас? Я курирую сельское хозяйство. Поэтому дальше, учитывая то, что у нас район не очень так хорошо развит по сельскому хозяйству, особенно много земель, которые у нас заросли растительностью, и мне бы хотелось, чтобы у нас были земли, как у вас в Белоруссии. Я была в Белоруссии на экскурсии именно по сельскому хозяйству. Так, что бы мне хотелось бы сегодня, ну, я уже сказала, я бы хотелось бы так, как у нас в Беларуси. Кругом у вас там поля, а я бы тоже хотела бы смотреть не только свои скальбы у нас в районе с картофелем, но и с многолетними травами, которые у нас растут, но и зерно, которое у нас когда-то раньше было в нашем районе, а сейчас просто мы маленько отошли от Беларуси, поэтому будем равняться только на вас. Санкт-Петербург, Гончарова Галина. Представляю детскую общественную организацию Teenager Plus Санкт-Петербурга, Московского района. И моя сфера деятельности – это педагогика, образование и детское движение. Могу быть полезной, наверное, в качестве наставника, эксперта по проектам и по детскому движению общественному. А сегодня хотелось бы найти какие-то новые контакты в этой области. Спасибо. Яковлева Анна Викторовна, вице-президент Сельско-сельской женской ассамблеи и помощник Елены Ванны. Значит, занимаюсь общественной работой, и в то же время я